46 детей из Краснодона и Краснодонского района отдохнут в Тюменской области. Это ребята, которые занимаются футболом, карате, греко-римской борьбой и художественной гимнастикой. Юных спортсменов примет оздоровительный образовательный центр «Энергетик». Мне выпала приятная возможность попасть в Тюмень и познакомиться с другими людьми. Еще я хочу познакомиться с борцами и узнать много нового. Мы любим спорт, мы любим спорт.